o'tmagay, kun o'tmagay, ko'zlaringni ko'rmasam, shomda quyosh ham botmagay, ko'zlaringni ko'rmasam, yuragim sen deb so'zlar va doim sen deb bo'zlar, menga ne kerak ko'zlar, ko'zlaringni ko'rmasam. Побрился. Неудобно, наверное, встречать в таком виде. Надо привести себя в порядок. Братишка, вот мы и приехали. Зайди и сам спроси. Ты так говоришь, словно я съел ваши деньги. Я уже замучился ездить сюда 2,5 года. Брат, я не знаю, ладно, съели выходи. Вы или нет. Короче, выходи, выходи, вот иди и сам ладно, спрашивай. Ладно, сейчас. Иди, зайди. Сейчас. Я его вызову, а ты будешь говорить. Ладно, я же сказал хорошо, хватит уже. Главное, чтобы он деньги отдал. Сколько раз я говорил. О, брат, здравствуйте. О, Бог вам в помощь. Как вы? Наконец-то настал день, когда я вас увидел, да? Поговорить надо, хорошо? Здравствуйте, здравствуйте, как вы? Вот, договаривайте сами. Как вы сами? Ну, сколько прошло? Нет, я, кажется, 2 года. Не кажется, а уже прошло 2,5 года. А вы, по-моему, и не собираетесь отдавать, да? Я должен все отдать, но сейчас у меня такая ситуация. Поймите правильно меня. Сколько можно ждать? Вы все кормите обещаниями. Это когда-нибудь кончится? Оказывается, так можно, да? Вы и 2 года назад обещали. Я стараюсь отдать, брат, но у меня складывается такая ситуация. Я стараюсь. Но продайте свой дом, вещи, скот. Продайте и не напрягайте нас. Мы вас ждем уже 2,5 года. Брат, потерпите еще немного. Поймите меня. Вы вообще Аллаха боитесь? Конечно, боюсь. Если завтра вы умрете, кто возьмет на себя ваши долги? Я сам заплачу. У вас дома есть жена. Вот мы ее и заберем в счет долга. 2 года назад вы обещали. Даю вам срок 1 день. Дом вы продадите или еще что, но чтобы деньги были, брат. Нам надоело за вами ходить. Завтра мы вдвоем придем. Если нет денег, мы заберем ваши вещи. Вы не можете меня понять? Все, мы вас поняли. Поймите нас правильно, брат. Счастливо оставаться. Ой. Кто? Заходи, быстро заходи. Ну, ты в порядке? Что случилось? Что такое? Посмотри на меня. Ты расстроена? Что с тобой случилось? Ты плачешь? Все плохо. Что случилось? Расскажи. Моего братишку арестовали. Один написал на него. И что надо делать? Теперь нужны деньги. $1000. $1000? Да. И всего-то? Ты из-за этого плачешь? Ладно, когда нужны деньги? Сейчас. Значит, сейчас. Ну, хорошо. Ладно, сейчас так сейчас. Тогда встань. Вы сейчас дадите? Да, сейчас дам. Встань. Надо решить этот вопрос.
Вот тебе $1000. Это тебе не в долг. Когда сможешь, отдашь. Даже можешь не отдавать. Ты сейчас быстрее реши свои дела, хорошо? Да, хорошо. Потом, ты подумала о том, что я говорил? Подумала, но сначала нужно решить свои проблемы. Тогда лучше сначала реши свои проблемы. Потом, когда ты приедешь домой? Приеду. Тогда мне поторопиться надо. Ладно, тогда иди, реши свои дела. Шаров, что с той Гузали? Она ушла? Больше не придет? Нет, мама, она ушла. Больше не придет. Ну, тогда, сынок, нам нужно найти какую-нибудь работницу. Ты знаешь Азизу. У нее нет времени, а если бы и было бы, она особенно ничего не будет делать. Я уже для этого не гожусь. Я уже не та, что прежде. Хорошо, мама, тогда я сам поищу. Кстати, помнишь тетю Мунису? Она часто к нам раньше так приходила. Как ее здоровье? Я слышал, что она больна. Да, у нее со здоровьем проблемы. Поэтому она звонила и очень просила помочь найти работу ее дочери. Ты же знаешь ее дочь, Зинуру. Такая маленькая девочка. А, маленькая девочка? Да, сейчас она уже повзрослела. Она бы помогла. Как ты думаешь? Ладно, мама. Она же лучше, чем кто-то со стороны. Было бы хорошо. Тогда позовите, пусть вечером придет. Да. И мы дома будем. Пусть Азиза сама посмотрит. Я думаю, лучше чужого человека. Не хочу, чтобы были скандалы. Ладно, мама, благословите. Ладно, хорошо. Всего хорошего. Аминь. Тебе, сынок. Спасибо, и вам счастливо будь здоров, оставаться. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы? Да, что вы хотите? Я стучу к вашей соседке Негоре, но почему-то никто не открывает. А, они уже год как переехали, сынок. О, а как мне ее найти, а? А в чем дело? У меня к ней важное дело. У меня есть номер телефона ее мамы. А вы можете мне дать? Да, сейчас. Дайте, пожалуйста. Хорошо, сынок, сейчас. Спасибо. Вот, сынок, запишите. Ага, хорошо. Я плохо вижу. Ее мать зовут Зарифа. Ее мама, да? Простите, а какая Негора хорошая девушка? Я слышал, что она легкомысленная. Да нет, она очень хорошая девочка, порядочная, воспитанная. Ее мать сама воспитывала ее. К сожалению, у нее жизнь не сложилась, она развелась с двумя детьми. Почему-то продали дом и уехали. Мы об этом ничего не знаем. Ладно, спасибо вам большое, тетя. Спасибо. Хорошо. Все хорошо. Не волнуйтесь. Все идет так, как вы сказали. Хорошо. Я отключаюсь. С кем ты разговариваешь? Здравствуйте. Я с подругой ну хорошо говорила. Да. Возьми эти ключи. При всех я не смогу дать. Если я вдруг задержусь, ты сама езжай, а я позже подъеду. Ладно. И это... Ой. Что такое? Опять началось. Что случилось? Поднимусь, немного отдохну. Куда ты пойдешь? Там сейчас бухгалтер. Там моя подруга. Пойду туда. Ой. Когда ты успела уже и подругу найти? Вы же знаете. Ладно, береги себя. Я быстро нахожу общий язык. Как добралась, дочка? Спасибо, хорошо. Как твои дела? Да. Не устала в дороге? Да нет, все, как спасибо. Как твоя мама? Хорошо, да. Здорова? Как моя да, подруга? Да, хорошо, все хорошо? У вас все хорошо? Как ваши да, дела? Да, слава богу. Вы звонили? Да. Звали? У нас была одна девушка, помогала нам по хозяйству. Да. Но очень она не нравилась моей невестке, поэтому она ушла. Правда? Мы вынуждены были с ней расстаться. А это дом мой, поэтому я тебя и позвала. Нужно помогать по хозяйству.
В общем, работа, которой ты с детства занималась. Ладно, было бы хорошо. Потому что в последнее время мне очень нужны деньги. Да. Поэтому я искала хорошую работу. Хорошо, что вы меня сами позвали. Да, будто бы я чувствовала, тебя позвала. Да, как обычно. Ой, вот, пришли мой сын с невесткой. Здравствуйте. 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 Как вы добрались? Не устали? Здравствуйте. Как вы? Здравствуйте, это как моя вы? Невестка Азизахон. А это мой сын. Здравствуйте, Шаров. Шарофаке. Ты ведь его знаешь, да? Помнишь? Здравствуйте, как вы? Как ваше здоровье? Здравствуйте. Мама, я что-то не узнаю. Это Азизахон, дочь моей подруги. Я думала, было бы неплохо взять ее вместо Гузали. Она бы помогала нам по хозяйству. Поэтому я ее позвала. Как вы думаете? А чем вы раньше занимались? Я не работала, сидела дома. Но сейчас я ищу работу. И очень кстати, мне позвонили и пригласили. Сказали, что есть домашняя работа. Вот я и приехала. Вы знаете, к нам в дом забрела дикая козочка. Мы ее отправили обратно в лес. Правильно сделали. Поэтому мы искали девушку, которая бы выполняла работу по дому, помогала маме. Вы сможете это сделать? Как вы думаете? Конечно, я же это делаю все с детства. Да. Хорошо. А как насчет торговли? Можете этим заниматься? Посмотрим, может быть. Только мне нужна девушка честная, правильная. Знаете, сестра, я с детства ела только честно заработанный хлеб, и поэтому я приучена к этому и очень боюсь брать чужое. Работница, которая была до вас, говорила то же самое. Ну ладно, а вы что скажете? Девушка вам нравится? А, ну, как ты решишь, так и будет. Ну ладно, мама. Я поставлю да. чай. Помогите. Сестра, я вам идите, помогу. Ну помогите. Что хорошо. Вы, сидите, не да, надо. Нет, не беспокойтесь, я вам ну, помогу. Ладно. Хорошо? Ой. Алло. Здравствуйте, мама. Здравствуй, сынок. Как ты? Не устаешь? Да, мам. Я ходил и выяснил про этого... Так. Я нашел адрес его жены, поехал к ней и поговорил. Так. Он, оказывается, аферист и пройдоха. Мы чуть не испортили жизнь невинной вот девушки. Вот мерзавец. Он, оказывается, сказал, что погряз в долгах, продал дом своей тещи и оставил их на улице. Бросил с двумя детьми. Каковы были его цели в отношении нас, ну, я этого, конечно, не знаю. Я как будто чувствовала. Хорошо, что выяснили, иначе бы погубили хорошую девушку. Да, мам? Да, сынок, хорошо. Хорошо, что ты разузнал. Мы чуть не сделали несчастной эту девушку. Угу. Да, я теперь пойду и скажу всю правду. Может, ты сам женишься на этой девушке? Она мне понравилась. Ой, мама, не надо. Я ее считаю своей сестренкой. Сказал, что сам выдам ее замуж. А вам кого не увидеть, все нравится. Сынок, я устала одна в таком большом доме. Я много раз предлагал нанять домработницу. Вы сами не хотите. Да, главное, будь здоров, сынок. Ладно, мама, я приеду ну, хорошо, чуть позже. Не уставай. Хорошо, ладно. Не скучайте. Алло. Да, Умида. Здравствуйте, Тимураке. Здравствуйте. Я пришла. Да, заходите, заходите. Да, идите прямо, прямо. Прямо? Да, да, прямо. Хорошо? Хорошо. Thank you.
Ну-ка, проходите, пожалуйста. Проходите. Здравствуйте. Как у вас настроение? Как вы? Все хорошо? Это Умида. Да. Ой. Ой. Умида. Ой. Присаживайтесь. Умида. Умида, присаживайтесь. Мама, садитесь. Ладно. Вы посидите. Вам приятного вечера. Ой, ты хочешь меня опозорить? Да нет, я даже не в курсе. Ты для этого позвала меня? Зачем ты сыпешь соль мне на рану? Я эту девушку только что увидела. Сын сказал, что он познакомился в Корее. Наверное, эта девушка и есть. Спасибо тебе. Я не знала. Спасибо. Ты меня очень порадовала. Не уходите, пожалуйста. Пойдем. Подождите, сестра. Пошли. Не уходите. Счастливо оставаться. Ну что вы, не уходите. Пожалуйста, прошу вас. Ладно, вы посидите, я пойду. А у вас все в порядке? Папочка. Что, моя сладкая? Сегодня Умида Па со мной не фотографировалась. Она быстро ушла. А мы на днях к ней сами поедем и сфотографируемся, хорошо? Хорошо. Когда вы меня расчесываете, мне совсем не больно. А когда бабушка и тетя, всегда больно расчесывают. Всегда больно. Потому что я больше всех тебя люблю. Вы еще не спите? Нет, мама. Слушай. Да? Ты сегодня это сделал специально, да? Что? Привел эту девушку, Умиду. Нет, почему вы так говорите? Ты ее хорошо знаешь, сынок. Я же сказал, что с ней познакомился в Корее. Я ей помог. Зачем ты ее привел? Специально, да? А в чем дело? А ты знаешь, с кем она раньше встречалась? Знаешь? Нет, не знаю. Она встречалась с Шухратом. Шухрат хотел на ней жениться, а твоя тетя была против. Какой Шухрат? Сын твоей тети. Я не знала об этом, мама. Она обиделась на меня и ушла. Знаешь, сколько всего произошло из-за этой девушки. Но я ничего этого не знал. Я сегодня сам удивился, не понял, что произошло на дне рождения. А в чем вина Умиды? Это Умида не подходит. Прекрати все отношения. Бабуля, Умида Па хорошая. Не говорите так, хорошо? Я ее очень люблю. Может, ты и жениться на ней захочешь? Даже не заикайся. Ладно, не переживайте, мы скоро уедем. И не будем видеть ни Умиду, ни тетю. И от вас, мама, будем очень далеко. Да, лучше будет, если ты уедешь. Чтобы я больше ничего не слышала о ней. Все равно мы заберем Умида Па в Корею и уедем. Доченька, уже поздно. Ложись спать, хорошо? Моя красавица. Ну, давай. Спокойной ночи, папочка. Хорошо. И тебе сладких снов. Ладно, пока. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте.
Как вы, Умида? Я не побеспокоил? Нет. Вы не спали? Да нет. Я хотел извиниться перед вами за сегодняшний день. Извините меня. Я не знал, что вы знакомы с мамой и тетей. Из-за меня вы сегодня оказались в неловкой ситуации. Тимураке, ничего страшного. Это жизнь. Люди встречаются друг с другом. Бывает. Ладно, что бы ни случилось, все к лучшему. Мы не опозорились. Прошу у вас прощения, если вас кто-то обидел. Нет, меня никто не обижал. Я сама не могла там долго оставаться. На самом деле, я и сам не понял, поэтому не знал. Мама мне только что рассказала. Ладно, Тимураке. Что было, то прошло. Вы же не знали, если бы знали, не пригласили бы меня, наверное. Ладно, Умида, надеюсь, на днях увидимся. Вы не в обиде на меня? Да нет, Тимураке, я на вас не в обиде. Ладно, хорошего отдыха. Хорошо, спасибо. Ладно. О, сынок, Малика была бы, с утра поставила бы мне чай. Приготовила бы завтрак. Так тебе и надо, Гульнара. Тебе и этого мало. Чтобы отсох твой язык. Чтобы он отвалился. И зачем же я обижала эту бедняжку, а? О, боже мой, прости меня. Вот теперь сижу совершенно одна. Словно обмоченная буханка. Ни чая, ни хлеба, ни еды. О, боже. Все-таки, какой бы ни была моя невестка, она все делала. Ой... Что же мне делать, а? Аллах, укажи мне верный путь. Может, ее вернуть? Да нет, почему же я должна ее возвращать? Глаза бы мои ее не видели. Алло. Тетя? Да. Вы не спите? Сижу вот, бессонница у меня. А, вы с 8 часов уже на ногах? Я встаю в 5 часов. О! Ты что-то хотел? Говори. Я звоню Дильмуроду. Но он не отвечает. Он спит еще. А почему он спит? Ведь он собирался ехать со мной в Самарканд. Он вам говорил об этом? Да, говорил. Надо, чтобы он поехал в Самарканд и присмотрел там за фермой. А то я никак не могу поехать. Да. Тогда возьми и привези ко мне свою жену с дочкой, а сам можешь потом езжать. Понятно? Потом можешь спокойно ехать. Нет, тетя, я не могу привезти к вам ребенка. И еще ведь не прошло 40 дней. Ну и что с того, что не прошло 40 дней? Здесь и пройдет. Ну ладно, я поговорю с женой. А о чем ты будешь с ней говорить, а? Теперь ты будешь перед ней отчитываться? Сажай в машину и вези. Ладно, тетя, хорошо. Разбудите Дильмурода, пусть пораньше поедет. Ладно. Ладно. Да, чтоб черт тебя побрал, тоже молится на свою жену. Ой, и все они одного поля ягода. Ох уж эти невестки. Ой, Дильмурод. Эй, хватит спать, вставай уже, 9 час. Сколько можно спать? Тебе нужно ехать в Самарканд. Вставай, говорю. И жену свою. О, боже, если я сама не разбужу его, он не встанет. Боже мой, кто же мне теперь приготовит завтрак, а? Ой, поясница моя, что же мне теперь делать? Сейчас. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы? Слушаю вас. Извините, мы с вами не знакомы. Я из фирмы «Бай-бай». Вы, купив нашу продукцию, выиграли машину. Вот я пришла. А-а-а. Вы, оказывается, обманщики. Как? Не поняла, что это значит. У вас там сплошной обман. Вы обманом приглашаете сняться в рекламе. Даете немного денег и потом выгоняете. Сестра, подумайте, так нельзя. Побойтесь Бога. Я не совсем поняла вас. Объясните. Я ничего вам не буду объяснять. Я выиграл машину, а машины нет. Больше сюда не приходите. И? Ничего не понимаю.
Попробую позвонить другим. Так, что-то здесь не так. Алло. Алло. Я из фирмы «Бай-бай», здравствуйте. Хорошо, я слушаю. Вы, купив нашу продукцию, выиграли машину. Вот так. А вам какое дело? Выиграю я машину или не выиграю? Машины нет. А вы говорите, что я выиграл. Надоели уже. Я не поняла. Больше мне не звоните. Ой. Так. Надо разобраться в этом деле. Что-то в этом кроется. Кто это так не кстати? Алло. Донёрыки. Ау, слушаю. Где вы сейчас? Я в Махале у магазина. Да. Правда, что у вас дома нет жены? Но я же сказал, что нет. Я поссорилась с братом. Можно мне пожить 2-3 дня у вас дома? Пожалуйста. Ладно. А ты не шутишь? Тогда сбросьте мне свой адрес. Я приеду. Ладно, ладно, я сейчас скину тебе свой адрес. Только на работе пусть никто об этом не знает. Нет, конечно, ты же меня знаешь, я же мужчина. Да? Не скажете? Я же дал слово мужчина, значит, ну, все. Ладно, я скоро приеду. Хорошо. Здравствуйте. Как вы? Что здесь происходит? Мы говорили о работе. Зинура? Да. Эти деньги, которые я дала на семечки. Ну? Отдайте их. Я вам другие дам. Хорошо. Вот. Эти? Да. Таң отмагай. Күн отмагай, көзләріңі көрмәсәм. Шамда құяш, хам батмагай, көзләріңі көрмәсәм.